Здравствуйте, друзья! Меня зовут Василина Авраменко, я автор проекта «Лаборатория успеха Василины Авраменко». Я не так давно познакомилась с Тимуром Соколовым. Ну, изначально мы встретились с ним на одном из обучений, и потом, сейчас вот я уже снимаю это видео на Тенерифе, тут мы вместе проходили крутую коучинговую группу «Новая жизнь-2». Вы знаете, вот с Тимуром мы всю эту неделю, пока мы тут проходили обучение, пока мы работали, мы очень тесно общались. Дело в том, что Тимур работает в том же сегменте, по сути, что и я. И я хочу сказать, что, конечно, это просто фантастика. Вот когда общаешься с человеком, который профессионал в своем деле, который не просто хорошо делает свое дело, а который любит то, что он делает, возникает вот такое ощущение вовлеченности. Я вам более того могу сказать, что чем больше мы обсуждаем какие-то детали, проекты или просто общаемся с Тимуром, вот когда находишься просто в его поле энергетическом, просто инсайты идут один за другим, один за другим. Более того, вот я даже наблюдала, да, как он общался с другими участниками, он очень много давал рекомендаций. И эти рекомендации вот настолько попадание в яблочко, когда действительно вот тебя поворачивают буквально 2 градуса, и ты понимаешь, что вот сейчас ты сделаешь уже из этого продукта или из этого видео просто конфетку. Поэтому, Тимур, огромное-огромное тебе спасибо. Общение с тобой доставляет не только огромное удовольствие и радость вот по-настоящему, но при этом оно очень полезно, потому что ты действительно очень большой профи в своем деле. И у меня сейчас нет на мне шляпы, но я снимаю перед тобой шляпу. Работать с тобой одно удовольствие, общаться с тобой одно удовольствие. Очень здорово. Ребят, вот тоже хочу вам дать такую рекомендацию. Если вы действительно готовы достигать вашей цели, если вы хотите поменять свою жизнь, если вы вообще хотите быть успешным, причем под успешным я имею в виду не только успех, да, как он ярко принят, если вы хотите быть здоровым, если вы хотите быть счастливым, обращайтесь к Тимуру. Это вот тот редкий пример, когда человек гармоничен во всем. И то, что он делает, приносит просто потрясающие, я бы сказала, даже нереальные результаты. Так что спасибо еще раз тебе, Тимур, и до скорых встреч!